Ребятки, привет! А как ваши делишки? О, привет, Настюш! Ну, если не считать погоду, то все прекрасно. А у меня, представляете, беда приключилась. Что, твой блоховостый ботинки носил? Ну, не только это. А что еще? Машинка у меня сломалась, не заводится. Да какая же это беда. Виталик сейчас мигом разберет. Что, правда? Не, я, конечно, дико извиняюсь, но мое мнение хоть кого-то интересует? Нет. Нет. Понятно. Показывай, где твое ведро. Вон там, за уголочком. Вот. Ключ давай. Держи. О, ну тут все понятно, акум сдох. Чувак, говорю, прикурить надо, и все заработает. Но она у меня не курит. Крокодилы у тебя есть? Да, но они дома. Ну так неси быстрее. Ага, я сейчас. Суепа, суепа. О, вот, я нашла. Ой, божечки, у нее вообще мозг есть? А че не так-то? Сам крокодилов попросил. На вот, заводи. Ой, за руль садись, не травку врубай. О, это я могу. Ну а ты что сидишь? Вылазь, с толкача попробуем. Готово? Да, капитан! Ну поехали! Ты там вообще толкаешь? Да толкай, толкай, у меня просто ногти! Настюх, первую врубай! Поняла! Фух, ну вот все! Ой, спасибо тебе огромное! Да не за что! Подожди-ка! А? Ты что, машину заглушила? Ну, конечно! И ключик забрала, чтобы никто не угнал. Ой, божечки. Юрочек, а ты дома? О, привет, Настюш. А займи мне 20 тысяч, пожалуйста. Блин, я бы с радостью, но у меня нет. Грустненько. Не переживай, мы сейчас у Виталика спросим. Класс! Виталь, а ты не одолжишь Насте 40 тысяч? О, да без проблем, в кошельке возьми. Ого, спасибочки. Юрок, ну мне же только 20 надо. Не, ну все правильно, 20 тебе, 20 мне. А то у меня вон ногти какие страшные. Не, ну так-то конечно да, но отдавать-то их мне. Ну тут смотри сама, либо так, либо никак. Ну ладно. А ты точно уверен, что тебе это нужно? Ну конечно. Ладно, пристегивай ремень. Куда? К сиденью, конечно. Я поняла. Вот. Да, это будет сложнее, чем я думал. Ну все, я готова. Угу. Ой, классненько. Вон те буквы на коробке, видишь? Вот эти. Пы-ды-ры. Пы-ды-ры. Какие-то плохие буквы. Мне они не нравятся. Но в твоем исполнении правда не очень. На «ды» ставь давай. Ладно. Ой, а где третья педалька? У меня автомат. А чего ты сразу меня пугаешь? Может, для первого занятия хватит? Ну мы же еще даже не тронулись. Ну я пока держусь, а вот насчет тебя не уверен. Ну давай хотя бы еще полчасика. Вот ты сейчас один в один, как моя бывшая, говоришь. Ну да, она мне рассказывала. Что рассказывала? Ой, да ничего. Ну давай же поедем. Ладно, с тобой. Только лабаш сперва протри. О, поняла. Ты куда? Ой. Ой! Так, тик-так. Наигралась. Ага. Можем уже ехать. Ура! Я! О, а ты не совсем безнадежна. Конечно, я же гения. Так, гения, левую ногу убирай, а правую ставь на левую педаль. Чего? Блин, короче, делай как знаешь. Ага. Ну куда же он едет? Настюш, просто поморгай ему, сообщи, что ты выезжаешь. Ну как успехи? Ну пока не помогает. Слушай, а у тебя фонарика случайно нет? Ой, точно, в телефоне же есть. У меня, собственно, только один вопрос. Какой? Ты как права получила? Ну как все. Просветишь? Ой, ну я дяденьке фуражке денежку дала, а потом мне их тетенька в окошке выдала. Ой, Россия.